Так, дорогие друзья, я вижу, что вас уже достаточно много. Добрый день всем, кто присоединился. Пожалуйста, если все хорошо, и вы меня слышите и видите, напишите, пожалуйста, плюсики или отправьте сердечки, чтобы я знала, что вы меня и слышите, и видите, и готовы меня слушать. Отлично, вижу, уже появились. Супер. Замечательно, значит, со связью все хорошо. Прекрасно. Спасибо большое. Ну что ж, давайте тогда начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Юлия. Сегодняшняя тема нашего вебинара, нашего прямого эфира — «Свадебные пряники как из Pinterest». Я объясню, что я имею в виду, чуть позже. Мой аккаунт, в котором вы можете увидеть мои работы и вообще практически все обо мне, Sweet Secrets UA, ему уже 5 лет. Это то время, которое я занимаюсь пряниками профессионально, скажем так, да, хотя где тут граница, профессионально или нет. До этого я много лет занималась пряниками в удовольствие, это было мое хобби, а профессия моя была такова: я была графическим дизайнером. Если кто не знает, что это за профессия, это когда человек создает фирменные стили, логотипы, верстает буклеты, журналы, листовки, наружную рекламу и так далее, очень обширная тема. 15 лет я этим занималась, но что-то пошло не так. Я преподавала графический дизайн, кроме этого. Вот. И почему преподавала? Потому что мне очень нравится делиться информацией, делиться полезными знаниями, навыками. Когда во мне слишком много информации, хочется ее выплеснуть на кого-то, причинить пользу. Собственно говоря, то же самое произошло и на сегодняшний день. Спустя 5 лет, даже чуть меньше, да, работы с пряниками, навыков, знаний, владения информацией накопилось так много, что хочется и поделиться. Однако очень плотный график не дает мне создать полноценный курс и уделять внимание ученикам. Поэтому я пока что в том графике, в который у меня сейчас существует, я выбрала такой вариант, как введение время от времени, тогда, когда у меня появляется свободное время, желание и вдохновение, выкладывать уроки на YouTube-канал. Кому интересно, мой YouTube-канал, можно найти ссылку на YouTube-канал на последнее видео, можно найти у меня в аккаунте в шапке профиля. Буду рада вас видеть. Вообще очень рада, когда смотрят мои видео и что-то делают, показывают мне, как у них получилось. Теперь о сегодняшней теме. Итак, сегодня мы с вами будем делать свадебные пряники. Но не просто будем делать. Я хочу с вами немножко поговорить о них. Почему я хочу рассказать основы этого всего? Потому что нужно понимать какие-то базовые вещи для того, чтобы грамотно собрать набор, грамотно подобрать элементы на пряники и так далее, и так далее. Как человек, который годами преподавал теорию композиции, я обязана с вами поделиться этой информацией. Почему так часто мы слышим такую вот фразу «пряники, как из Pinterest», да, или «ух ты, как в Pinterest», или «хочется делать такую красоту, как в Pinterest»? Я очень часто это слышу. Куда мы идем за вдохновением? Туда. Ну, или в крайнем случае мы идем в Instagram в хэштеги и находим там какие-то красивые вещи и думаем: ну, вот классные, стильные штуки, хочется сделать так же. Вот кто такие же эмоции и мысли чувствует, испытывает и думал об этом вообще когда-нибудь? Маякните. Были такие идеи, мысли? Вот классные там, вообще круто делают, классные, стильные, так смотрятся хорошо. Как бы вот так вот же делать, так же красиво? И дело тут не столько в технике, потому что техника-то у всех по большому счету одна. Нет здесь ничего военного и сверхъестественного. Вопрос в том, что... Да, вот вижу много-много сердечек, все меня поняли. Да, вижу. Так вот, в чем дело? Дело не в том,
ну, конечно, понятное дело, что базовые моменты, глазурь должна быть правильной консистенции, там, линии нужно ровные делать, рука должна быть набита, это все понятно, но это у очень многих сделано уже на сегодняшний день, и у всех, кто еще пока не умеет этого делать, научитесь, это дело техники всего лишь, это несложно. Главное здесь это собрать все это воедино и сделать грамотную композицию. Хочу вам показать на примерах, как это выглядит. Давайте посмотрим. Так. Например, все видят картинку? Должна появиться картинка, я ушла в бок. Все хорошо? Прежде чем начну рассказывать, что имею в виду. Кто-нибудь, маякните, если видно. Отлично, все, супер. Немножко подтормаживает. Замечательно, это то, что надо. Я хочу вам показать. Вот, например, один из таких примеров, который сразу находится. Супер, спасибо огромное. Что здесь бросается в глаза? Давайте начнем с общего стиля. Да? Вы видите общую стилистику. В чем она заключается? Ну, например, с формы пряников. Форма пряников здесь геометрическая. Даже у сердца тоже геометрическая форма. А геометрическая форма повторяется только в элементах, в смысле в самих пряниках, но не внутри композиции, которые на пряниках. Это понятно, да? Дальше. Везде белый фон использован. Тонкие линии выполнены черным цветом, тонким черным цветом, маркером либо кистью, неважно. Далее, что еще мы видим здесь? А ну подскажите мне, что мы здесь еще видим, кроме того, что здесь тонкие линии черные, потолще линии белые, да? Парочка, тут, понимаете, может нравиться или не нравиться, тут вопрос не сейчас не в самих пряниках, не в самом исполнении конкретного пряника, а в том, что в целом вся эта композиция прекрасно смотрится как целостная композиция. То есть пряники сочетаются друг с другом сами по себе. И пример довольно хороший, потому что если положить рядом, например, вот эту парочку, которая вам не очень понравилась, и рядом положить, например, да, минимализм, цвет, стиль, супер, спасибо, все правильно, все верно, золото, отлично, заметили золото. Смотрите, если взять и положить пряники, один с парочкой, а второй рядом положить с золотыми бокалами, вместе они не до конца сочетаются друг с другом. Но если взять и положить еще один хотя бы из этих пряников, тут есть еще с инициалами, с монограммой, да, там L плюс G, но возьмем, допустим, не его, а возьмем вот тот, где дата. Он как бы поженил, интересно получилось, поженил, да, свадебные пряники поженил, поженил эти два пряника между собой. Каким образом? Он взял с одной стороны линии черные, с одного пряника, а с другой стороны он взял золотые буквы и белые линии объемные из другого пряника. И все это вместе соединилось в одну единую композицию. Каким образом, да? Вот, например, если у вас, допустим, есть пряники, повторение цвета, между некоторыми пряниками нет повторения, а в общем и целом есть, потому что есть между ними связка. Видите, да? Все это увидели, поняли? Момент этот. Если у вас, например, невеста захотела, я хочу, чтобы у меня были объемные цветы, и чтобы у меня была вышивка, например, да? Казалось бы, вышивка – это одна стилистика, объемные цветы – это другая стилистика. Вот она вам присылала там всяких разных картинок из Пинтереста или из Инстаграма. И там есть и такие пряники, и такие, и они как бы между собой вроде бы не сочетаются. Вы можете их поженить между собой, да, сделать связку между ними таким образом. Какие-то пряники, те, которые ей действительно понравились, вы можете взять с вышивкой,
Какие-то пряники вы можете сделать объемные цветы, но вам обязательно потребуется сделать пряники и с вышивкой, и с объемными цветами. Для того, чтобы все это вместе на кэнди-баре смотрелось гармонично. Плюс вам нужно, чтобы формы каким-то образом повторялись. Например, если у вас есть объемные цветы с листиками, вам не стоит брать исключительно геометрические формы. Вам лучше взять формы, которые более обтекаемые, да, более органическую форму имеют. Это во-первых. Во-вторых, цвет. Цветовое сочетание должно быть использовано одно и то же. Да? То есть, ну, повторяться должны между собой цвета. И какие-то еще дополнительные моменты, дополнительные элементы. Линии, какие-то декоративные элементы, точечки там, например, какие-то у вас используются. Они должны дублироваться каким-то образом. Таким образом у вас получится одна целостная гармоничная композиция. Покажу еще пару примеров. Другой объект. Ну, например, сейчас, секундочку. Вот смотрите, какой интересный набор. Совершенно диаметрально противоположный предыдущему. Здесь уже ни о каком минимализме речи идти не может. Если положить те пряники с этими пряниками, естественно, никаким образом сочетаться не будут. И если вам здесь захочется сделать просто сердечко с просто буковками, оно не будет смотреться. Да? Здесь есть острая необходимость в каждом прянике повторять эти объемные элементы, объемные цветы, плюс какие-то там вот вензелечки, вот эти кружева и так далее, поскольку они действительно создают общий стиль. Это необходимо использовать в каждом прянике. Причем они должны быть абсолютно в одном стиле, в одной технике, в одной манере выполнены. Я думаю, это понятно, да? И еще покажу вам интересный набор, который мне очень понравился. Необычный. Вот такой набор. Смотрите, что здесь объединяет вот эти все пряники? В первую очередь. Вот бросается в глаза. Вот то, что... Вот сразу смотришь и понимаешь, что это единый набор. Что здесь сразу вот первое, что вы видите? Цвет. Спасибо. Да, вот пошло. Цвет. Совершенно верно. Да, тема. Галактика, да. Тема. Конечно, тема прослеживается. Но цвет — это первое, что бросается действительно в глаза. Они все объединены цветом. Вот этот приятный, приглушенный, такой синий, наверное, его можно назвать синим цветом. Да. Форма, цвет, текст. Спасибо огромное. А плюс золото, вот это сочетание золота на этом приглушенном, таком благородном синем цвете. А, причем, смотрите, техники вроде бы не одинаковые, казалось бы. Шрифт, да, шрифт, соглашусь, он дублируется, да, то есть если там засечками, то и там засечками. То есть используются два шрифта, по большому счету. Один с засечками, это когда над буковкой, ну вот есть шрифт, штрих, да, у буквы, например, буква, там, например, Т, да, и у нее есть по бокам вот такие сверху засечки и внизу одна засечка, ну, или две, вернее, если точнее. Вот, вот такие вот штришочки, которые выходят, называются засечками. Так вот, тут используются шрифты с засечками и шрифт, который рукописный. И они дублируются, да, повторяются, то есть здесь есть гармония в этом смысле. Плюс... Что мы здесь еще видим? Геометрические, опять же, формы. Геометрические формы на сегодняшний день мега популярны. Они используются очень активно, особенно в свадебных пряниках. Ну вот, видимо, пришло время геометрических форм. Прямоугольники, круги, эти срезанные эти, как их, цилиндры и так далее.
даже кольцо имеет геометрическую форму, да, состоит из круга и еще многоугольника. Это тоже есть форма, как вы правильно отметили, текст и цветовое сочетание. И несмотря на то, что как такой шрифт наносят на пряник, я вам покажу. Сейчас будем делать пряники, я вам покажу, как наносят. По большому счету его не наносят, ну, то есть не из головы. Его переносят различными способами. Ну, я вам покажу тот, которым пользуюсь я. У меня нет, к сожалению, к счастью, не знаю. Ну, просто вот так получилось, звезды не сошлись. У меня нет проектора, поэтому я пользуюсь другими методами. И, в принципе, думаю, что вам будет лучше, если я покажу вам именно этот метод. Так вот, и несмотря на то, что есть глухой фон, да, а есть фон с акварельной вот этой размытостью, то, во-первых, он повторяется еще где-то. Есть несколько разновидностей пряников с чистым фоном, и есть несколько разновидностей с акварельным вот этими разводами. И плюс везде есть брызги. Где-то брызги белые, где-то брызги золотые, но все это объединяется в одну единую композицию. Что будем делать мы с вами? Да, сейчас, подождите, еще хотела сказать, вспомнила. Хотела сказать, почему, да, что такое вот это единообразие стиля, когда повторяются какие-то элементы. В графическом дизайне, вернее, в композиции это называется рифма. Зарифмовать, что-то кого-то поддерживает, да, то есть что такое рифма в стихах, вы понимаете, я думаю, да, розы, слезы, там, и так далее. Здесь то же самое, вот вместо роз и слез у нас здесь повторяющаяся форма, повторяющийся шрифт, повторяющийся цвет. Это называется рифма. Единообразие стиля в этом и заключается. Что еще? Симметрия или асимметрия? Симметричные или асимметричные формы используются. Ну, что такое симметрия, я думаю, все знают. Да? Это когда одна сторона повторяет другую сторону. То есть она может быть там, вертикальная, горизонтальная, по диагонали, неважно. Здесь мы видим симметрию. В каждом прянике есть симметрия. То есть круг – это симметрия, любые другие формы – это симметрия, и даже кольцо тоже симметричное. Все пряники симметричные, все пряники в эту историю укладываются. Теперь, ну, это я хотела вам такой кусочек еще рассказать, чтобы вы это понимали, потом, если что, переслушайте еще раз. Теперь я хочу вам прекратить публикацию, вернуться и показать, какие пряники мы с вами сделаем. Я подготовила вам эти пряники, они были в публикации в аккаунте марафона. Вот один из них, вот такой пряник. Как видите, я тоже использовала геометрическую форму, но разбавила ее органическими элементами для того, чтобы создать более такую вот живую форму, да, разбавить. Следующий пряник, который я вам покажу, это вот такой пряник. Он с датой. Тоже, как видите, есть прямоугольник и цветы. И также пряник, который мы будем делать, его надо распаковать. Нельзя держать без упаковки долго. Объясню сейчас, почему. Это вот такой пряник. Посмотрите, на самом деле этот эзамаль был изначально прозрачным. Он достаточно долго был прозрачным. Но этот пряник был сделан 2 недели назад. За 2 недели даже в герметичной упаковке он вытянул из пряника, а сейчас очень высокая влажность, и пряники очень мягкие, как видите, вот я даже могу продемонстрировать, что они очень мягкие, видите, следы остаются. Вот, он вытянул всю возможную влагу из пряника, он не стал липким, но он стал вот таким, видите, мраморным. Это тоже интересно довольно, должна сказать. Смотрится очень интересно, но такого эффекта можно добиться, если оставить пряники на пару недель в пакетике герметичном, просто на столе или ну, где там у вас. Тоже видите, да, сердце симметричное, но для симметрии добавлен еще элемент, который этот пряник делает ну, уже более таким вот органичным, живым, сочетающимся с объемными цветами. Вот такие сегодня мы сделаем. Спасибо, мне очень приятно. Огромное спасибо. И прежде чем мы начнем это делать, я хотела у вас спросить, есть ли у вас какие-то вопросы сейчас, потому что я когда переключусь на то, чтобы уйти в процесс,
Спасибо. Если есть вопросы, задавайте сейчас, потому что, когда я переключу камеру на процесс, я временно отключу комментарии для того, чтобы вам было удобно смотреть, чтобы комментарии не закрывали вам обзор. Вот. А потом включу опять и отвечу на ваши вопросы после этого. Ок. Шаблоны. Вы знаете, я просто их еще не сделала в электронном виде, но я их обязательно сделаю. И если я сегодня их не выложу, то я завтра думаю, что смогу вам дать ссылки. Цветы из чего из Мальта. Сейчас мы их будем делать. Непосредственно на прянике. Еще есть вопросы? Да, и пока вы думаете, что у меня спросить, или не думаете, я вам покажу еще один момент. Что понадобится для того, чтобы делать вот такие пряники нам? Нам понадобится несколько насадок. В принципе, по большому счету, цена такого пряника, я не знаю, откуда вы сейчас. Я вам могу сказать в гривне, могу перевести, наверное, быстро в доллары, скорее всего. Такие пряники в гривне стоят у меня 90 гривен один пряник. О, Господи, что же это получается в долларах? $3, да. Вот. Смотрите, я пользуюсь для цветов вот этих, которые здесь сделала, исключительно двумя насадками. Они мне очень нравятся, и я вообще очень часто ими пользуюсь. Одна насадка, видите, тоже они похожи, они практически одинаковые. Единственное, что их отличает, это размер выходного отверстия. Видно, да, нет? Вот, видите, ложбиночка такая. Это насадка Атека 159. Не видно, наверное, ничего. Она 159-я, а это 120-я. Одной фирмы эти корейские насадки. У меня насадок, на самом деле, очень много, и я ими пользуюсь в зависимости от задач. Ну вот эти у меня, наверное, самые любимые, я покажу, как ими именно пользоваться. Дальше, если вам, вы не уверены насчет того, сможете ли вы вырезать из мешочка в одну сторону только. В разные стороны изгиб, но это не принципиально, на самом деле, абсолютно, в какую сторону, потому что все равно вы будете... делать петлю в ту сторону, в которую вам надо. Сейчас увидите. Смотрите, может быть еще вот такая насадка, там единичка или двоечка с круглым вот таким маленьким отверстием. Я ими, честно говоря, уже очень давно не пользуюсь, потому что я могу вырезать очень тонкую маленькую дырочку в пакетике, в мешочке, и мне, в принципе, вот это вот неохота просто ими пользоваться, их мыть потом и так далее. Но если у вас есть необходимость, вы чувствуете, что у вас не получаются очень тонкие линии, то, пожалуйста, есть вот такой вот помощник еще. Собственно, из инструментов мешки кондитерские. Как глазурь мешать, я вам показывать сейчас не буду. Я ее уже замешала, у меня вот такие вот цвета. Если вам очень интересно, как сделать глазурь, рецепт глазури, какие консистенции используются и так далее, это все можно у меня на канале найти, если что. У меня есть прям видео, которое называется «Глазурь, классический рецепт айсинга, да, глазури». И там все это есть, вы сможете посмотреть, пересмотреть, если что. Цвета. Белый для контуров, для циферок и так далее. Вот этот оливковый цвет нам понадобится для веточек, которые светленькие. Это для веточек, которые темненькие. Белый – это консистенция контур, либо пайпинг тоже подходит. Здесь пайпинг, здесь тоже пайпинг. Это не консистенция цветы. Это такая не супер густая глазурь. Почему? Потому что нам не потребуются такие очень объемные вещи делать. Нам нужно, чтобы у нас линия не прерывалась, получалась плавная, красивая линия. То же самое с вот таким вот синим цветом. Если интересно, как замешать вот такой синий цвет, я вам скажу сразу. Делается это следующим образом. Вы берете цвета синий,
какой-то темный, типа, ну, если по Америкалор брать, я другими просто не пользуюсь, Америкалор брать, то это Royal Blue, ну, такой глубокий синий цвет, плюс черного немножко, который приглушает это все дело и делает более темным. И, ну, если вы смешаете эти два цвета или любые другие, там, синий и черный, то у вас получится такой сероватый синий, не очень красивый, не такой яркий. А если вы хотите, чтобы он стал более ярким, добавьте еще какой-нибудь типа Electric Blue цвет. Тогда у вас получится, ну, более насыщенный оттенок. В пропорциях уже таким, как вам больше нравится. Хотите более темный, добавляйте больше красителя, больше черного красителя. Хотите более светлый, меньше, более насыщенный, больше голубого. Ну, в общем, тут уже как вам больше нравится. Вот. И еще у нас одна консистенция, единственная, это розовые цветы. Вот такая, вам, наверное, не видно, что это розовое, но если я белый рядом поставлю, то, наверное, заметите, что он не белый, а розовый. Очень нежный розовый. Почему очень нежный розовый, а не ненасыщенный розовый? Потому что мы его будем потом тонировать, и лучше тонировать в более темный цвет, чем в более светлый. Я думаю, это многие уже знают. Все. Пожалуй, на этом все. Рассказываю дальше. Дайте мне полминутки, я сейчас переключусь на другой вид и переложу штатив. Сейчас, одну секундочку. Наклонить нормально. Вот тут зарядка застряла. Я зарядку только вытащу. О! Так, последнее, прежде чем я выключу комментарий, скажите мне, нормально ли видно? Вот я здесь буду делать. Нормально? Или поближе немножко? Наверное, поближе немножко. Вот так. Вот. Нормально видно? Хорошо видно? Все, отлично. Теперь я отключу комментарии временно, я потом опять включу. Если будут вопросы, вы их запишите, хорошо? И я потом на них отвечу. Так, выключить комментарии. Все. Теперь вам будет видно лучше. У меня такая система интересная. У меня штатив не держит мой этот самый телефон тяжелый. Не приходится в хрустальную вазу ставить, чтобы получалось хорошо. Так, я вам не буду опять же рассказывать, как залить пряник белой глазурью. Я думаю, ну это все знают. Да? Я не стала этого делать. Я подготовила пряники пустые, да, ну вот они у меня, видите, пустые пряники. Ну, решила, что не будем мы с вами тратить на это время, потому что, ну, это как бы и так всем понятно. Я залила уже заранее эти пряники, вот, белой глазурью. Что нужно сделать? Залить глазурью здесь этот пряник целиком, ну, если мы делаем такие же точно. Этот пряник только прямоугольник. Мне очень нравится именно то, что в данной ситуации цветочки будут выходить за границу этого прямоугольника, и как бы будет табличка, и цветы лежат. Более живо это будет смотреться. Разные варианты вам предлагаю. Здесь могла бы тоже сделать прямоугольник, а цветы вывести, но мне захотелось сделать таким образом. То есть, в принципе, это не будет нарушение единообразия набора, по большому счету, потому что все остальные элементы тоже будут сочетаться. И еще один, как видите, как здесь, залитый пряник. Почему я заливаю с этой стороны, а не как обычно вот с обратной стороны? Часто, да, если мы хотим близко к краю, то мы заливаем с этой стороны. Потому что, вот в частности этот пряник меня заставил сделать это со всеми. В этом прянике мы будем вот это окошко заливать изомальтом, да, карамелью. Темно стало. Будем заливать это карамелью. Поэтому здесь, чтобы был карамель легла в стык и приклеилась к краю, нам нужен именно этот край на дне. Если бы у нас вот тут был, видите, да, покатый вот этот край,
то тогда здесь карамель, она бы не очень хорошо залилась, и было бы, ну, не очень удобно с ней работать. Поэтому я заливала это с передней стороны, с лицевой стороны, а не с обратной. И, соответственно, я залила и эти пряники, потому что они, ну, мне хотелось, чтобы изнанка была одинаковая у всех трех пряников, потому что она не отличалась друг от друга. Но это не обязательно. Можно сделать и залить какие-то пряники с обратной стороны. Если вам нравится вот тут, вот, например, чтобы был не чистый пряник, а клеточка, ну, пожалуйста, почему нет? Тоже такое возможно. Итак, я думаю, что мы с вами начнем с того, что я вам расскажу, как перенести изображение на глазурь. Начнем с глазури, потом перейдем уже к изомальту. Глазурь. Каким образом мы работаем? Так, это не сюда. Каким образом мы работаем с переносом текста или изображения на пряник? Ну, я думаю, этот способ многие знают. Мы берем пергамент и на пергамент переносим, как переводку, да, какие-то изображения. Ну, у меня вот здесь немножко уже подгулявшее. Вот такой вот у меня текст, подготовленный из интернета, взятый текста. Почему из интернета? Есть сайт, я это делаю прямо с телефона. Дело в том, что у меня с телефона я могу прям распечатывать, но я могу с телефона прямо снять. То есть непосредственно открыть на телефоне и снять накальку прямо с телефона. Это не так удобно, конечно, как с распечатанного, особенно когда это надо делать часто. Но тем не менее. Открываете сайт, который называется fonts.ru, например. Ну, в общем, в Гугле забиваете подбор шрифта онлайн, и у вас вылезает сайт какой-то, в котором можно подобрать, списываете свой текст, как вот у меня, например, 26, 06, 21, вписываете свой текст и потом ищете подходящий шрифт. Там есть градации какие-то, там, например, там рукописный шрифт, или шрифты с засечками, или там еще какие-то. И вы находите тот шрифт, который вам больше всего подошел, какой вам больше всего нравится, и потом просто делаете скриншот того, что у вас получилось. Там будет посередине изображение достаточно крупное вашего текста с этим шрифтом как образец. Делаете скриншот, и с этим скриншотом уже дальше работаете. Так можно сделать абсолютно с любым. Вот, например, это я, ну, то, что у нас будет на прянике с изомальтом, это я взяла просто из Гугла. Мне понравилась эта, ну, монограмма, или не монограмма, вот этот текст, леттеринг. Он мне понравился, он мне подходит, потому что он подходит по шрифтам, да, вот как к этим, а не с засечками также. Поэтому я выбрала именно этот вариант, он мне очень кажется очень симпатичным. И поэтому мы будем его переносить. Но его будем другим способом, потому что он будет изомальт. Здесь берем... Сейчас я возьму листик, чтобы ничего не мешало. Берем наш вот этот кусочек текста, берем кусочек пергамента. Вот обыкновенного самого пергамента, который можно купить в любом хозяйственном отделе. Вот, кладем его на наш листик, берем карандаш, простой, обыкновенный, простой карандаш. Ну, у меня, я уже устала точить карандаши, поэтому пользуюсь автоматом. И переносим, обводим контуры. Обвели контуры. Конечно, в идеале, вообще изначально, если вам охота это делать изначально, чтобы сэкономить время потом, отзеркалить в любом там редакторе, у вас на телефоне, например, просто в фотографиях это можно сделать, отзеркалить это изображение и распечатать или снять с телефона уже отзеркаленное изображение, потому что нам, естественно, нужно будет его перевернуть и снова обвести в данной ситуации. Если вы это сделаете сразу с отзеркаленным изображением, неважно каким изображением, с текстом там или с чем,
то вам не придется делать эту процедуру дважды, как я делаю сейчас. Вот. Если бы у вас был проектор или у меня, то это было бы гораздо быстрее, в плане просто навели текст на пряник и сразу же рисуем. Этот способ подлиннее, но это при отсутствии проектора. Последняя циферка. Вот таким образом. Вот у нас появился наш шаблончик, да, переводка. И мы можем переводить, ну, где-то здесь. Прилаживаем. Приладили. И теперь можно снова, это третий раз мы уже это делаем. Понимаете, немного муторная процедура. Я не очень люблю эту процедуру проделывать, когда у меня сложные очень персонажи. Вот, но, тем не менее, она действенная. Я бы показала вам сразу цифры, но не хочу потом искать место, где оно там должно быть, чтобы не сместилось. Вот таким образом. Не идеально получается, но нам больше не потребуется для того, чтобы перенести рисунок. То же самое мы сделаем, ну почти то же самое мы сделаем с этим пряником. Почему почти? Потому что мне, например, вот когда касается дела геометрических форм, проще не переносить рисунок, а что-нибудь обвести. Например, в данной ситуации мне очень удобно взять вот формочку обыкновенную и там насадку побольше между ними. Вот смотрите, такая вот разница как раз такая подходящая получается. Обвести их, а потом уже от них нарисовать вот этот вот бриллиант, который здесь есть. Мне так удобнее. Почему? Потому что это точно будет круглая форма. А если я начну вот так вот переводить, я могу где-то ошибиться, и у меня может получиться не то, что мне нужно. Поэтому я приложу сейчас вот этот вот кружочек, формочку. Сейчас проверю, чтобы она была по центру. Чтобы у них получился максимально тонкий вариант, я один обведу внутри, а другой снаружи. Так, колечко у нас уже появилось. Теперь с бриллиантиком. Бриллиантик я нигде не находила в интернете. Я его нарисовала от руки. Но в интернете этих бриллиантиков очень много. Просто мне это было сделать несложно по там размеру, как мне нравится. Поэтому, в общем, как-то так получилось. Но вы можете его найти, конечно же, в любой момент в интернете, в гугле. Делаем все то же самое. И здесь, обратите внимание, не обязательно зеркалить. У нас симметричная форма, и никто не знает, как оно должно было быть, справа налево или слева направо. Поэтому можно совершенно со спокойной совестью не наводить с обратной стороны. Вот видите, я просто переверну. Где тут немножко надо было ниже сделать, но ничего. Просто сделаем листики, там обойдем как-то. Вроде ровно. Так, обвожу. На один раз получилось меньше. Вот таким вот образом. Окей, это у нас есть. Теперь мы перевели рисунки, и у нас есть основа, от чего отталкиваться. Цветы мы переводить, естественно, не будем. Мы их будем рисовать уже от руки. Все, это мне уже не понадобится. Это тоже мне уже не понадобится. Нам понадобится теперь... Я начну с рисунка вот этого, из текста. Почему? Потому что нам будет ужасно неудобно это делать, если мы нарисуем уже цветы, а потом попытаемся внутри них что-то еще писать, рисовать.
Это неудобно, поэтому мы сначала нарисуем то, что вот здесь, то, что внутри пряника. Отрезаю маленький носик совсем белой глазури. Ну, начнем с текста. Смотрите, я не рисую как карандашом, да, ну, для тех, кто не имеет опыта наведения линий, я веду их по воздуху. Закрепилась в пункте А и веду по воздуху в пункт Б, а потом закрепляюсь снова. А глазурь оставшаяся уже ложится и приклеивается к прянику. У меня здесь буквы достаточно объемные, поэтому я сначала делаю контуры наружные и потом заливаю их внутри. Поскольку у меня глазурь достаточно густая, то для того, чтобы она выровнялась и легла аккуратнее, я ее вот таким вот образом тычковыми такими движениями подравниваю, чтобы она улеглась как с пайпингом, да? Как с техникой пайпинг. По ходу дела, пока я делаю вот эти вот точковые движения, я еще и поправляю форму, если мне что-то там не понравилось, как легло. Можно поступить иначе. Можно взять два вида глазури. Один густой для контуров. И один пожиже для того, чтобы залить внутреннюю часть вот этой буковки, циферки. Но я стараюсь по максимуму обходиться минимальным количеством мешочков, насколько это возможно. Поэтому у меня часто бывает и для заливки пряника одна консистенция, и для дальнейшей работы над персонажами та же самая консистенция. Какая-то такая золотая середина, которая позволяет и залить пряник, и выполнить какие-то тонкие детали. Еще последние цифры. И единичка последняя. Так, с цифрами написали и убрали в сушку. У меня, кстати говоря, я сейчас включу все-таки дегидратор для того, чтобы она успела высохнуть, и мы потом это покрасили. У меня дегидратор, я его использую очень активно. Сейчас я его включу. Наверное, повешу на него все-таки дверь, чтобы меньше шумело. Немножко будет шуметь, но главное, что высохнет. И все то же самое проделываем с нашим колечком. Здесь само кольцо достаточно просто нарисовать.
потому что нет круглых линий. Вот смотрите, здесь прервалась, я ее немножко починила. Если что-то пошло не так, получилось не очень ровно, можно всегда поправить шилом, зубочисткой или что у вас там есть под рукой. Дальше. Я буду делать этот бриллиантик в два слоя, потому что я хочу, чтобы он был более объемный. Не терялся на фоне всего остального, поэтому он будет у меня в два слоя. Пока в один. Здесь, видите, больше тени глубже немножко. Там тоже в два слоя сейчас на сегодняшний день. Я не тороплюсь и аккуратно веду кольцо. Ну, здесь, пожалуй, конечно, лучше было бы все-таки сделать более жидкий вариант глазури для колечка, чтобы оно получилось гладким более. Так, я его, наверное, пока временно отложу и сделаю все-таки более жидкую глазурь. Заодно скажу о том, как я глазурь делаю, разбавляю. Я обычно пользуюсь вот такими детскими ложками, купила их специально отдельно в аптеке для кормления младенцев. Они силиконовые, ими так удобно работать, но ничего не сравнится. Делаю немножко глазури. Добавляю. Добавляю водички. Базовой консистенции. Она гнется, когда делаешь. Обычно ложкой так не получается удобно. Она как лопаточка силиконовая, только меньше и приятнее с ней. Ну вот у меня уже достаточно жидкая консистенция. Можно даже чуть-чуть сделать пожиже, чтобы она сразу залилась. Ладно, капли добавлю. Ставлю в стакан, вот, видно, не видно. Вставляю в стакан и переливаю в него глазурь. Обязательно мешки закрепляйте, чтобы глазурь не вылезала с обратной стороны. Мне еще ужасно мешают вот эти хвосты, постоянно куда-то влезают. Поэтому я их всегда отрезаю или закрепляю резиночкой, в зависимости от того, что у меня получается. Так, колечко возвращаем. Вот, возвращаем колечко. Запуталась, где какая. И все, и теперь я ее, видите, легко заливаю. Оп. В границах контуров, которые я сделала перед этим.
Немножко потрясу, чтобы все разровнялось идеально. Ну вот, все, колечко готово, можно его поставить сушить. И сейчас будет интересное. Это откладываем. Мне понадобится сотейник. Все лишнее уберу. Мне понадобится сотейник. Мне понадобится плитка. И изомаль. Если вдруг кто-то не знаком с изомальтом, рассказываю. Изомальт, о, я, и меня видно сразу, в плитке сразу стало. Картинка 2 в 1. Если кто-то не знаком с изомальтом, расскажу, что такое изомальт. Это карамель в гранулах, заменитель сахара еще можно его назвать. Это вот такое вот вещество, которое используют, когда нужно работать с карамелью. Оно плавится либо в сотейнике на огне, либо в микроволновке. Ну, в микроволновке, честно говоря, немножко опасно, потому что если силиконовую форму в микроволновке растопить, и она будет не очень хорошо держать форму, можно здорово обжечься. Будьте с ним осторожны. Он очень горячий, и ожоги могут быть очень неприятные. Я использую вот такой вот изомаль чаще всего, если использую другие, только если этого нет как по какой-то причине в наличии. Его очень многие кондитеры любят, потому что он действительно очень хорош. Он здорово плавится, не желтеет сразу же, как некоторые другие, то есть не перегорает как бы сразу. Вот. И в нем почти, ну, практически не бывает там пузырьков и так далее. Очень классный действительно этот изомаль Бенео. Еще французский есть, забыла название, тоже неплохой, похожий. Ну вот этот самый популярный, наверное, из всех. Вот. Как он выглядит? Я, наверное, все-таки чуть-чуть подниму сейчас штатив, чтобы вам было лучше видно. Как он выглядит? Выглядит он как вот такие гранулы. Он бывает еще в порошке. Нам много не понадобится, совсем чуть-чуть. Для того, чтобы залить это сердечко. Там небольшое отверстие совсем. Вот видите, вот такие вот гранулы. И нам их сейчас надо будет растопить. Так. На 800, да, ладно. Так. Ну, достаточно быстро плавится, особенно на электрической плитке. Все достаточно просто. Пока он плавится, расскажу вам по поводу того, как с ним работать. Особенность изомальта, да и, в общем-то, карамели любой в том, что когда она остывает меньше, чем, ну, температура становится ниже, чем 40 градусов, пряник, ой, не пряник, простите, а карамель остывает и начинает тянуть влагу из воздуха и вообще из всего, что вокруг него, вот видите, уже начинает пузыриться, и вообще из всего, что его окружает. Поэтому как, пока еще у вас достаточно теплая карамель, то есть из этого же изомальта можно делать любые карамельки, какие вам там понадобятся. Или использовать на пряниках, или самостоятельно. В общем, задачи могут быть разные. Я вот делаю вазы, например, еще на торты из изомальта и так далее. Так вот, пока еще не остыл изомальт, вы кладете его в пакет. Герметично закрываете, там, например, ленточкой завязываете или заматываете, заклеиваете скотчем. В общем, как пойдет. Главное закрыть или убрать там в контейнер какой-то, если вы уверены в том, что он герметичный. И тогда у вас останется этот карамелька, останется точно в таком же точном состоянии. Что произошло с изомальтом за 2 недели, вы видели. Он вытянул, он остыл, вытянул влагу из пряника. Но этой влаги было недостаточно для того, чтобы изомальт потек.
он не потек, он не стал липким, с ним все в порядке, он абсолютно нормально себя чувствует. Единственное, что за счет этой влаги, вот все, он уже расплавился, видите? Все, перекипел, расплавился, остался абсолютно прозрачным. Все, я выключаю плитку. Но вот такой вот, вот такую вот карамель, пузырящуюся еще, ее обычно никуда не заливают. Ждут, пока, во-первых, эти пузырьки успокоятся, во-вторых, чтобы карамель стала, остыла немножко, стала более тягучей. Сейчас она абсолютно, видите, жидкая. Она должна стать немножко более тягучей, и тогда она лучше ляжет. И с ней будет легче работать. Уже пузырьков практически не осталось, их было очень много. Должна сказать, что с другими фирмами, производителями из Амальта, бывает, что пузырьки не уходят вообще никогда. То есть там целое надо танцы с бубнами произвести, чтобы убрать эти пузырьки. Я уберу. Беру плитку. И вместо плитки положу армированный коврик. Может быть, силиконовый, но дело в том, что силиконовые, они немножко волну дают. С ними не очень хорошо работать с изомальтом, потому что изомальт очень горячий, и силикон сразу начинает съеживаться, давать волну, ну, не очень. А вот такие армированные коврики, видите, вот такую структуру, которую имеют, они очень классные. На них я и делаю всегда карамели, работаю с карамелью исключительно на них. Я просто положу на коврик пряник. Одну секундочку. Посмотрим, как там ведет себя наш изомальт. Вот он уже, видите, абсолютно без, практически совсем без пузырьков. Все, я просто заливаю его внутрь пряника. И как вы понимаете, если бы я заливала его с пряника, я имею в виду, заливала с обратной стороны, как обычно советуют, чтобы избежать пузырек один. Чтобы избежать, ну, чтобы сделать максимально близко к краю, то здесь было бы не так удобно работать, потому что оно бы затекло еще туда, в глубину куда-то там. В общем, непредсказуемо, как бы оно себя там повело. Все, теперь я должна немножко подождать, чтобы температура вот этого изомальта упала. Достаточно для того, чтобы можно было вообще снять с коврика. Поэтому я его пока отложу временно. И когда он остынет, кстати, его уже как работать дальше, да, чтобы вот он остыл, и как сделать, чтобы он не потек, не замутнел и так далее, пока вы с ним работаете. Его нужно класть в сушку, в духовку на 40 градусов, в дегидратор на 40, там 40-45 там, градусов, ну, на какой температуре до 50 вы привыкли сушить свои пряники. Просто кладете в эту температуру не ниже 40 градусов, и ничего изомальту не будет в связи с этим, потому что он будет иметь эту же самую температуру и будет продолжать оставаться теплым и не тянуть влагу. Поэтому спокойно можете работать, и когда уже завершите работу, высушите полностью пряник, тогда уже можно его упаковать, пока он теплый. То есть проблем здесь не возникает абсолютно никаких. В связи с тем, что вы и так пряники сушите на такой температуре, которая нужна для изомальта. Там не нужна какая-то сверхъестественная, всего лишь 40 градусов. Пока отложу. И давайте какой-нибудь из этих пряников, которые мы сделали до этого, начнем рисовать. Вот этот, например. И начнем мы с веточек. Не с цветочков, а с веточек. Причем с веточек, которые лежат ниже на рисунке. А ниже у нас на рисунке лежат веточки оливкового цвета. Здесь мне не понадобится никаких насадок вообще. Я только отрежу небольшой такой краешек. Сделаю небольшую дырочку и проверю на... На листе бумаги, какие у меня получаются линии. Линии у меня получаются тонкие, такие, как мне хотелось бы.
пряник тоже положу. И вот этот тоже положу, чтобы там было их видно. Вот, линии у меня получаются, что нужно, и кружочки, да, вот эти вот, тоже получаются ок. Все нормально, можно рисовать. Начнем. Я сразу нарисую веточки, а потом уже на них буду рисовать вот эти вот ягодки. Проверю, видно? Вроде бы видно. Так, еще здесь у меня будут такие вот в эту сторону. И от нее еще веточка. Еще одна вот сюда. Хочу сказать, что вам не обязательно делать абсолютно одинаковые пряники. Может быть, вам там захочется где-то сделать чуть по-другому. Может быть, вам захочется добавить еще куда-то ягодку или еще что-то. Как я делаю ягодку? Я кладу... Давайте я на другую ягодку уже покажу, то я заговорилась. Я кладу... А, ниже опустить надо, я забыла. Я кладу уголок мешка, начинаю выдавливать с постоянным давлением и вот такими вот движениями, толчковыми, да, как бы вдавливаю как будто глазурь. Таким образом она получается объемная и одновременно гладкая, без вот этих вот лишних заломов. Если глазурь не очень густая, то вот этих вот заломов не будет. Хотя, может быть, вот у меня пряники очень мягкие, поэтому с них начинает уже что-то сыпаться, когда я их трогаю. Очень высокая у нас сейчас влажность, невыносимая просто. Я думаю, сейчас очень многие этим страдают. Вот. И вот тут большую сделаю. Делать вот эти вот ягодки лучше разных размеров. Тогда будет больше динамики в этой композиции. Да, больше эмоций. Да? Ну, что это дает динамика? Эмоцию какую-то. То есть, как в живой природе... У нас не бывает абсолютно одинакового размера цветочков, абсолютно одинакового размера ягодок. Они все разные, и это делает их прекрасными. Поэтому мы не будем делать тоже одинаковые. Мы их будем делать какие-то больше, какие-то меньше. Кто когда поспел, когда раньше появился, тот и побольше стал. По размеру будем еще исходить из размеров непосредственно границ пряника, да, тоже и того, где мы там с цифрами сталкиваемся. Эти цифры можно, раз уж у меня есть такая более жидкая глазурь, можно еще сверху сделать их еще более объемными, абсолютно гладкими. Можно еще сверху их вот так вот залить, чтобы они были совершенно гладенькие. Да они станут еще более объемными, чем были. Так, и осталось еще у меня там парочка ягодок. Вот видите, я перекрутила в этом месте мешок, потому что у меня давление начинает уже. Я немножко потратила глазурь, у меня уже давление меня как не очень устраивает. Я хочу, чтобы у меня был больше напор. Чтобы мне меньше приходилось усилий прикладывать для того, чтобы что-то нарисовать. Так. Ягодки. Ягодки здесь у нас готовы. И возьмем
следующий пряник и тоже нарисуем ягодки сразу же, чтобы, ну, было, первый этап был готов на обоих пряниках. Кстати, на прянике с сердечком, с этим кожем, с колечком я забыла, что я хотела сделать еще один слой, еще один уровень. Так. Добавлю этот еще один уровень. Видите, он становится, ну, само кольцо получается достаточно объемное за счет заливки. Из-за этого, если не сделать второй уровень у этого бриллиантика, то он как бы утонет и потеряется на фоне вот этого кольца и на фоне потом цветочков, которые мы сделаем. Вот, а теперь стало здорово, теперь оно объемное. Смотрится лучше, чем до этого. Веточки, да, оливковые, вот эти вот оливкового цвета веточки. Опять же, можно их сделать в любом порядке, как вам нравится. Здесь особенно это не имеет вообще никакого значения, как вы их сделаете. Как-то относительно вот этого кольца, например, на предыдущем прянике я его расположила чуть ниже, и у меня там, соответственно, было немножко меньше места. Здесь у меня можно сделать их побольше, чтобы не было пустоты там, где мне не нужно. Здесь, наоборот, получается, у меня меньше места стало, поэтому будет немножко по-другому, надо будет расположить. Вот таким вот образом. Видите, изогнула немножко ветку, и за счет этого у меня появилась возможность сделать тоже такую большую веточку. Так. И ягодки вот эти. Тем же самым способом, естественно. Дальше. К слову сказать, пока я делаю оливковые веточки, ну, оливковые не в смысле олива, а в смысле цвета, конечно. Пока я делаю вот эти вот веточки, слезки вот эти, оливкового цвета, я хочу еще сказать, я вам о синем цвете сказала, а о зеленом оливковом не сказала. Опять же, у меня в арсенале не так много красителей, чтобы вы понимали, их у меня, я могу перечислить даже. У меня это базовые цвета красный, синий и желтый, конечно же, без них никуда. Из базовых цветов у меня получается оранжевый из красного и желтого. С желтого и синего у меня получается зеленый, у меня нет зеленых красителей. Дальше у меня есть обязательно отдельно Royal Blue и отдельно Electric Blue. Это уже исходя из того, что они имеют разные свойства. Да? Royal Blue, он более глубокий синий, Electric Blue, такой вот почти бирюзовый, да, такой дает очень яркий голубой цвет. И сколько ты его не добавляй, он синий не даст. И даже если его смешать с черным, все равно не получится синий. Будет какой-то такой, ну, непонятный цвет, все равно похожий на бирюзовый. Морской волны там будет или еще что-то такое. В зависимости от того, какой черный краситель используется. Вот. И поэтому у меня оба цвета есть. Они для разных целей бывают, для разных замесов цветов бывают нужны. Плюс к этому у меня есть такие цвета, как Ivory. Ivory – это слоновая кость. Я использую его для того, чтобы сделать
глазурь для блондинистых волос. Потом я смешиваю его с еще одним красителем, это коричневый краситель. У меня это обычно Warm Brown, теплый коричневый. Но не обязательно такой, может быть другой какой-то коричневый. Мне нравится этот, но это не обязательно. Вот. Я смешиваю Ivory с брауном, и у меня получается цвет кожи. Дальше, ну, там, конечно, в очень маленьких количествах, естественно, потому что это очень светлый цвет. А иначе это будет, ну, хотя смотря чьей кожи. Ну, как бы, если нам нужна волка-мулатка, то, конечно, я положу больше красителя. Потом у меня, ну, эти я уже назвала. Еще у меня есть такой цвет, как Violet. Для чего мне нужен Violet? Потому что фиолетовый из красного и синего, ну, никак не получается. Может быть, где-то в идеальном мире существуют такие красные и синие красители, из которых можно смешать, действительно можно смешать фиолетовый цвет. Но я таких еще не встречала, и поэтому отдельно покупаю обязательно фиолетовый краситель. И дальше его уже делаю более красным или более синим, в зависимости от того, какой мне нужен оттенок, при помощи других цветов. Еще у меня есть цвет фуксия, который мне используется для малиновых оттенков, которые не получишь из красного, естественно. Собственно, фуксией мы и будем тонировать сегодня цветы. Я взяла контур белый для того, чтобы навести вот здесь такие вот контуры. Для чего это нужно? Для того, чтобы как бы собрать и уточнить форму пряника. Был у меня один преподаватель по дизайну, который говорил, нет такой композиции, которую нельзя собрать тоненькой рамочкой в один пиксель. Ну, это касалось компьютеров, а здесь тоже, в принципе, это работает. Мы собираем композицию тоненькой рамочкой. Видите, она сразу собрала как бы визуально эту форму, уточнила ее, стала более аккуратно смотреться. То же самое я сделаю на втором прянике. Я сделаю и сразу же посмотрю, как там себя ведет изомальт. Не остыл ли он окончательно. Уточняю границы. Смотрите, вертикальную линию вести всегда тяжелее. Вот просто это неудобно для нас, поскольку мы привыкли писать справа налево. Ой, простите, слева направо. Мы привыкли к вот такому движению письма. Точно так же мы рисуем. Поэтому легче рисовать линию горизонтальную, чем вертикальную. Вертикальную всегда тяжелее. Если вам нужно выполнить вертикальную линию, обязательно переверните пряник и рисуйте себе на здоровье. Как бы в горизонтали. Так, это есть. Сейчас я их оба уберу сушиться и возьму тот, который с изомальтом. Застыл, но не он все еще теплый пока. Мне на этом теперь изомальте, вот видите, да, как он симпатичный, мне на нем нужно написать вот эту вот надпись, которую я выбрала. Вот, мистер и миссис. Я не буду класть изомальт непосредственно на бумажку. Почему? Потому что ну, может прилипнуть, мало ли, все что угодно может произойти, и потом будет очень мучительно больно. Поэтому я сделаю следующее. Я возьму пакетик, ну, не первый попавшийся, большой попался, но неважно, какой там пакетик мне попадется. Вот, я положила его в пакетик, и теперь кладу пряник на пакетик. От пакетика он точно при любых обстоятельствах отстанет, поэтому проблем с этим не возникнет. Секунду. Смотрите, я выбрала вот такой шрифт, но он очень жирный.
То есть вот эти вот линии, они очень жирные. У меня ни один из... везде здесь линии достаточно тонкие. Поэтому для того, чтобы их объединить этим тоже также шрифтом, я его сделаю не так, как здесь нарисовано, а не буду заливать вот эти внутренние части. Я оставлю только контуры. Он станет от этого более воздушным. И рисую прямо по изомальту. На самом деле не обязательно это может быть надпись, это может быть все что угодно на изомальте. У меня на канале есть один урок, очень похожий по смыслу. Там снежный шар. Тоже внутри пряника заливается изомальтом, а потом туда приклеиваются элементы, которые в технике воздушная глазурь. Отдельно на пергаменте были выполнены, дорабатывается это все, и оно вот реально как снежный шар выглядит. И как только я дорисую вот эту надпись, я сразу же отправлю ее в дегидратор, потому что я не хочу, чтобы у меня остыл изомальт. Что плохо? Если изомальт вдруг... Сейчас, одну секундочку. Авария небольшая. Если изомальт вдруг начал липнуть раньше, чем вы рассчитывали, то если у вас вдруг есть газовая горелка, любая даже подойдет, та, которая обжигает крем-брюле, например, то можно подогреть этой газовой горелкой изомальт аккуратно, не зацепив глазурь, с двух сторон, и липкий слой уйдет. Последний загогулин. Вот так. Кладываем. Вот таким образом. И я еще себе, мне бы захотелось в прошлый раз, и я думаю, что в этот раз тоже будет очень даже уместным. У нас здесь вот этот уголок остается немножко таким пустым, его нужно уравновесить ко всей остальной композиции, поэтому мы его заполним вот такими вот элементами. Поскольку у нас здесь есть, кстати, его можно тоже сделать более гладким за счет более жидкой глазури, раз уж она у меня здесь есть, то почему нет? Вот таким образом, смотрите. Оп. И еще с другой стороны. От большего к меньшему получается такая динамика за счет этого. Все получилось у меня то, что я задумала. Я это кладу сушиться сразу же. Пусть нагреется изомальт обратно. А вместо этого вот я все убираю. А вместо этого достаю другой пряник. Первым я делала этот, поэтому продолжим в том же порядке. Следующее, что нам понадобится сделать, это отсадить веточки зеленого, темно-зеленого цвета, которые служат у нас ветками для цветов, которые мы сделаем. У нас здесь, не могу сказать, что прям, знаете, такое что-то реалистичное, а скорее декоративные элементы, поэтому
Мы не будем делать прямо розовые лепестки, простите, эти листья. И мы вообще не уверены, что это прямо роза. Поэтому мы сделаем нечто, что, в принципе, логично будет выглядеть для каких-то таких пушистых цветов. Может быть, это вообще несуществующие какие-то цветы, просто очень красивые. Ну, конечно же, они сразу же ассоциируются с розами, это однозначно. Вот таким образом я веточку эту проведу. И еще от нее пущу пару веточек, от которых будут идти более мелкие типа бутонов. Одна сюда пойдет, а вторая куда-нибудь, ну, вот сюда, потому что здесь у меня выступ. Еще один цветочек. Вот таким образом. Я сначала сделаю цветочки, а потом добавлю к ним лепесточки. Ну, листики, веточки. Итак, что мне понадобится? Мне понадобится маленькая моя насадка, изогнутый лепесток. И я возьму, я не буду, почему сразу не вложила сюда, простите, не вложила сюда насадку, потому что мне одна и та же консистенция глазури понадобится для разных насадок. И удобно делать мне, по крайней мере, мне удобно делать следующим образом. Я беру еще один мешок, отрезаю уголок, вставляю насадку. Потом здесь отрезаю тоже достаточно большой уголок. Можно даже побольше, немножко. Вот, видите? И вставляю вот сюда. Получается, что у меня сейчас будет отсюда выходить глазурь, а потом я смогу поменять насадку или поменять вообще мешок, если потребуется. Но это даже завязывать не обязательно, потому что здесь у меня давление будет внутри этого мешка. Итак, цветочки. Верхний край цветочка – это всегда узкая сторона насадки. Всегда узкая, не широкая. Широкая – это основание лепестка, то, что делает объем. Вот таким вот образом будем сейчас это делать. Сначала мы нарисуем здесь, видите, я во внешнюю сторону, узкую сторону запустила. И сейчас мы сделаем... Сейчас он выйдет. Все. Сделаем первый вот такой вот лепесточек. Петельку. Я вывела петельку, и за счет того, что изогнутый лепесток, насадка, она получилась вот такая вот объемная, видите, загнутая как бы. Сразу, сама загнулась как бы. Делаю еще несколько вот таких как бы внутренних лепестков, с той стороны, которые от зрителя. Вот таким образом. А теперь я переверну и насадкой, вот видите, я до этого рисовала вот этой стороной, а теперь я рисую этой стороной. И сделаю лепестки вот таким вот образом. Видите, в другую сторону они пошли. Если у меня не хочется поправить, я беру иголочку, шило, и поправляю, укладываю лепестки так, как мне нравится. Вот первый цветочек пошел. Следующий цветочек делаю аналогичным образом. Видите, этой стороной ту внутреннюю часть прорабатываю. Он будет маленький, поэтому я много лепестков делать не буду. А теперь поворачиваю его, переворачиваю другой стороной, выпуклой. И делаю лепестки этой стороны. Этого достаточно, всего лишь 4 лепестка, у нас здесь маленький цветочек. Мы большой цветочек здесь делать не будем, он будет еще меньше, чем этот.
чтобы они отличались друг от друга. И самый большой цветочек, самый большой. Можно его было бы сделать даже насадкой, которая побольше, но она слишком большая для этого. Мы большой насадкой сделаем тот цветок, который на сердечко. А здесь мы сделаем той же насадкой, но просто сделаем больше лепестков. Больше лепестков, и сами лепестки сделаем немножко больше. Вот таким вот образом. Петлю, только не такую маленькую, а как бы, вот видите, я ее увеличиваю. Сделали. Продолжаем делать. Еще продолжаем. Есть. И теперь... Сейчас, одну секунду. И теперь переворачиваю. И здесь я сделаю даже не один слой, как вот в этих, а несколько слоев, чтобы он более объемный получился. Как бы выступающие сначала повыше. Консистенция цветы, консистенция цветы для отсадки таких цветов, она гораздо более густая, чем базовая консистенция. То есть вы к базовой консистенции сначала добавляете цвет, а затем добавляете какое-то количество пудры для того, чтобы у вас получилась нужная вам густая такая вот консистенция, которая держит форму. Я надеюсь, вам не слышно вот тот сенокос, который у нас за окном. У нас иногда мне кажется, что у нас косят траву просто безостановочно ударными методами. Здесь мне хочется добавить немножко динамики. Я добавлю еще один лепесток. Мне не хватает вот здесь вот прям. Я как бы вживляю его, видите? Вот, так гораздо лучше. Вот, у нас получились три этих розовых цветочка. И можно теперь со спокойной совестью сделать листики, там, где нам не хватает чего-то зеленого. Добавляем листики. Я делаю их вот такими. Как бы капля, и рядом еще одна капля, которая даст мне... Сейчас поближе покажу. Вижу, что далековато. Как бы капелька. Ну, такая растянутая, да, выдавливаю, протягиваю, и рядом еще одну, ну, как бы две половинки получается. Можно их тянуть больше, меньше. Как вам больше нравится? Раз и два. Я, кстати, ваши сердечки только сейчас увидела, я так увлеклась работой, что только сейчас увидела, что вы мне шлете сердечки. Спасибо вам огромное за поддержку, мне безумно приятно. Я увидела, и сразу мне стало так хорошо, что вы меня видите и смотрите, и вам интересно. С радостью отвечу на все ваши вопросы, когда закончу эту работу. Ну и... Наконец я сделаю вот эти вот голубые цветочки, да, видите, голубые вот такие цветочки. Они такие типа пушистые, кудрявенькие, и сделать их очень просто, на самом деле, совершенно элементарным способом. Вы сначала отсаживаете, ну, как бы наращиваете вот такими вот движениями, видно или нет, надеюсь, что видно. Наращиваете вот такими кучеряшками, да, как бы все время вот так вот в таком движении находитесь. Сердечки, вот сердечки, какие же они хорошие. И у нас получается вот такой вот кудряш. Надеюсь, видно. Кудряш. Короче, издалека, мне кажется, лучше видно. Вот. И еще один где-нибудь тоже поблизости сделаю и добавлю там еще потом листиков, где мне будет пустовато. О, дегидратор выключился, надо срочно его обратно включить, я его на мало времени поставила.
Сейчас, одну секунду. Вот закрыла это окно, потому что невозможно слушать звуки этого сенокоса бесконечно, этого газонокосилки. Ну, вот как-то так. Можно еще добавить листиков, в принципе, но мне кажется, что этого достаточно. Больше будет уже, возможно, перевешивать эта сторона, а мне не хотелось бы нарушать равновесие пряника. С этим пока закончили. Быстренько сейчас заканчиваем. Все то же самое делаем с этим пряником, только у нас здесь немножко по-другому будут цветы располагаться. Там они только боком, а здесь у нас еще будет вот таким вот образом лицом. Немножко по-другому будем это делать. Веточки зеленые тоже добавим немножко. Веточка. Здесь у нас лист, цветочек сюда пойдет один. Один будет здесь лежать. Этого достаточно, мне больше не понадобится. Веточек, больше листиков. Итак, бутончик. Как сделать бутончик? Бутончик сделать аналогично, только совсем в два движения. То есть там два или максимум в три. Делаем одну петельку. Переворачиваем. Делаем вторую петельку и как бы укладываем этот лепесточек, чтобы он лег так, как нам надо. Можно еще один сделать лепесток, но не обязательно. Бывают совсем вот такие маленькие островки, такие лепесточки совсем небольшие. Они, в принципе, тоже должны присутствовать, чтобы у нас была тоже динамика в размерах. Еще сделаем тоже бутончик. Бутончик такой. Чуть побольше в размере. Опять же, для того, чтобы соблюсти динамику в размерах. Я не скажу, что нельзя этой же истории добиться при помощи других насадок. Например, ровного лепестка, обыкновенного, который не потребует, который не будет у вас, вот, который не будете переворачивать и так далее. Можно сделать, можно, но с вот такой насадкой мне лично, по крайней мере, по моему опыту, удобнее работать именно вот с такими вот вещами, которые рисуются непосредственно на прянике. Здесь я могу управлять, вот смотрите, теперь я прям по прянику, то есть я не отпускаю, вот как бы приложила и веду, вот так вот проворачиваю пряник, и не отпускаю сам мешок. Не кручу его. Ну, только в конце подкручиваю, чтобы. И делаю вот такой вот круг вот из таких лепестков. Если его ровно крутить, то тогда получится лепесток абсолютно круглый. Если его немножечко как бы повести рукой, то получится вот такой вот, видите, с волной немножко. Следующий круг. Я могу эти уже немножечко закрутить лепесточки. Сейчас мы будем абсолютно то же самое делать на сердечке, только большой насадкой и больше листики будут, лепесточки. Может быть, тогда вам будет даже лучше видно. Я сделаю только два вот этих ряда и еще один просто возьму и закручу вот таким вот образом. Ставлю широкий край, который не острый, в середину, острым вверх и вот так вот, оп, прокрутила, ну, если, простите, если не вдруг что-то не приложилось, то вот так вот пригладила. И тут авария произошла, упала моя игла на пряник. Это не страшно. За что я люблю вообще работу с пряниками, потому что практически любую аварию можно исправить. Я поэтому никогда не боюсь их пересылать в другие города почтой, потому что если вдруг даже что-то произойдет с этими пряниками, то я всегда смогу человеку просто на пальцах рассказать, как исправить то, что произошло. Легко и быстро. Но это бывает редко.
слава богу. Еще один маленький бутончик. Бутончик. Вот такой. И еще один такой тоже, как вот на том. Ой, простите, не так со мной. Вот такой же закрытый, как на том пряннике. Сделаем еще небольшой цветочек. Большой сильно не будем делать, потому что у нас тут иначе влипнет в этот, влипнет в наш бриллиант. Нам это не надо. Мы такое не хотим. Еще один лепесток вот сюда уложу. Совсем красиво. Все, осталось только вот эти синие дела и листики зеленые. Начну с листиков, потому что они на этом уровне идут. А вот эти синие пушистики, они чуть-чуть пониже. Смотрите, здесь можно немножко. Здесь можно на вот этих, которые у нас типа выполняют роль бутонов, да, ну таких еще не раскрывшихся, можно пустить веточку еще вот таким вот образом. Тогда как бы он будет более закрытым казаться. Вот, тут тоже так сделаю. Там уже, в принципе, выпускаю листики со всех сторон. Так, где мне еще понадобится? Ну, еще можно вот тут вот разбавить эту историю. Добавили. И здесь наверху то же самое. Немножко испачкала, но это не страшно. Видите, немножко у меня зацепилось. Но главное, что там нет выступа, он просто цвет дал. Я потом все равно это все плотным золотом закрашу, и ничего видно не будет. Так, здесь еще немножко. Тоже хочу сделать такую штучку. И что еще? Добавим еще вот здесь. Так. Уже хорошо. Теперь осталось вот эти вот синие пушистики. Где-то вот тут. Немножко носик. Угу. Носик бывает забивается, потому что глазурь густая. И она там, где вот в носике была, она забивается, она высыхает. Ничего страшного, просто вытягиваете это лишнее из носика аккуратно. Она не настолько застывает, чтобы невозможно было это сделать. Потом пробуете на салфетке, на бумажке, все ли там в порядке, нормально ли он функционирует. И убедившись в том, что все хорошо, можно уже дальше рисовать, дальше работать. Еще пару пушистиков, и здесь будет тоже все готово для дальнейшей тонировки. Конечно же, мы их еще и затонируем, естественно, потому что нам нужно добиться большего объема, большей реалистичности. Вот второй пряник тоже, видите, ой, давайте поверну правильной стороной для вас. Второй пряник тоже у меня уже готов. Ну, готов с точки зрения глазури. И, наконец, третий пряник. Сейчас мне надо кое-что сделать. Мне надо вытащить одну полку из вибратора, чтобы она не повредила. Цветок. Итак, так, я, наверное, все-таки подложу под, на него, на всякий случай подложу пакетик и продолжим. Так, начну я с того, что сделаю контур вот здесь, потому что без этого контура у нас не будет пряник сочетаться с остальными. И опять же соберется нужная форма. Ну, просто обычный контур без всяких там каких-то дополнительных элементов.
Раз. Я здесь не буду вести, там будут цветы, листики туда-сюда, и можно дальше это не продолжать. И наведу с этой стороны такую же часть, туда же до цветов предположительных. Ну, как-то так. И все в том же порядке. Вот сейчас вы увидите один единственный пряник, который я буду делать от начала и до конца, не прерываясь на другие пряники. Этот я уберу. И для примера, чтобы вы видели, что я делаю и зачем, я положу тот, который есть. Здесь у нас выступ для того, чтобы... Опять забился. Здрасте. Так, здесь у нас выступ для вот этих вот ягодок. Здесь у меня тут ягодки. Где-нибудь еще тут. И обязательно вот здесь, вот сюда мы в эту часть обязательно выводим такие же сережки ягодок. Веточки есть, теперь можно. Теперь можно смело делать эти ягодки. Раз. Два. И здесь раз, два. Я уже хочу побыстрее сделать, чтобы было так. Теперь смотрите, что то, что я вам говорила. Я убираю одну насадку из мешка, беру другую насадку, в этот же мешок ее помещаю, только надо отрезать чуть побольше. Вот, поместила в этот же мешок, взяла тот же самый мешок с глазурью и вперед. У меня все есть, только единственное, что надо, пожалуй, тоже сделать отверстие побольше на мешке с глазурью. Проверяем. Вытираем. Жмем пряник и вперед. Вот такие лепестки у нас получаются. С большой насадкой вам видно лучше, чем с маленькой. Первый слой. Следующий слой. Перекрещиваем посередине между двумя другими лепестками. Между двумя. Видите? Может, два. Ну, я не буду особо больше выкручивать, оставлю так, может, еще больше. Вот так закручу. И все, и у меня есть уже цветочек. Быстро, очень. И листики зеленые. Можно их делать, кстати, побольше немножко. Вот так.
здесь обязательно у нас специальный выступ для этого. Здесь явно не просто так. И, конечно, наши синие пушистики. Куда же без них? Благодаря тому, что у нас есть вот такой вот синий цвет добавляется, во-первых, мы можем, знаете, как это все, наверное, слышали, что-то синее, добавить что-то синее в эту свадьбу. Во-вторых, у нас появляется дополнительный контраст тепло-холодности, теплый розовый цвет и холодный синий цвет. Хотя у нас зеленый у нас достаточно теплый просто. Поэтому, в принципе, вот такой вот. Опять не ту сторону вам показываю. Вот такой вот получился пряник. Я его кладу теперь дальше подсушиваться, а потом достаю другие и начинаю красить. Сразу же. В порядке очередности. Начнем с этого. И начну я с тонировки, а потом закончу золотом. Покрашу золотом в самом конце все три пряника одновременно. Тонировка. Они, правда, не идеально сейчас высохли. В идеале лучше, если они будут посохнуть часа два. Но я аккуратно. Очень-очень аккуратно это сделаю. Будет красиво. Вот. Берем воду, берем мою боевую палитру. И кисти. Так, мне понадобится, как я уже говорила, обязательно вот такая малиновая фуксия. Малиновая краска. Давай, одевайся. Я, кстати говоря, беру только вот такие здоровые большие банки. Ну, у меня объемы большие работы, поэтому мне выгоднее брать большие банки. Или еще большего объема, смотря какие красители. Красный, черный. У меня черный, кстати, краситель, забыла вам сказать, обязательно есть. Но я упоминала его неоднократно, поэтому... Смотрите, как я тонирую. Не сухими красителями, а именно гелевыми. То есть, ну, сухие есть далеко не у всех. Гелевые есть у всех какие-нибудь точно. Я очень сильно развожу с водой краску. Промакиваю об салфетку этот цвет. Можно чуть меньше разводить слюной, конечно. А затем аккуратно... Так, ближе покажу сейчас. Одну секунду. Аккуратно тонирую вот таким вот образом, легкими движениями наши с вами лепестки, они на глазах оживают, да, совершенно другой вид у них получается. Так, дальше. А вот здесь я сейчас делаю, и мне захотелось очень сильно сделать вот тут вот, потому что мне там не очень нравится, как легла глазурь, и я это все маскирую вот таким вот образом. Все сразу красиво. Затонировали розовым. Дальше берем и тонируем. Кстати, если интересно насчет кистей, то кисти, как ни странно, я очень давно перестала покупать в художественном магазине, потому что они дорогие, но очень быстро выходят из строя. Очень. И мне ужасно не нравится этот момент. Потому что точно так же быстро из строя выходят, ну, с той же скоростью, из строя выходят и красители. Сейчас синий найду, точно так же с той же скоростью выходят из строя кисточки, которые выкупаю я, но стоят они, ну, значительно дешевле. Я беру вот такие, например, сейчас одну секунду, новую пачку покажу вам. Вот такие, например... А, она не новая, я уже что-то оттуда вытащила. 74 гривны набор стоит. В него входит... сколько там? 6. Я какую-то одну вытащила.
6 кисточек. Они мне очень нравятся, они очень миленькие, хорошо работают. Да, они через какое-то время выходят из строя, как и любые другие, но тем не менее. И еще у меня есть очень тонкие, они тоже, это кисти для маникюра. Продаются в магазинах для, там, все для маникюра, там, для нейл-дизайна. Тоже кисточка для маникюра, очень тонкая. Этими я прорабатываю тонкие детали. Вернемся к нашим тонировкам. Видите, я мешаю желтый и синий. У меня получается вот такой вот зеленый цвет. Но мне не очень нравится такой зеленый цвет, поэтому я хочу сделать его более благородным. Для этого я беру коричневый краситель. Видите, коричневый краситель. И добавляю немножко коричневого красителя в эту историю. Немножко получилось. Смотрите. Получается, видите, как оливка, только темная. Вот, та самая оливка получилась путем смешивания зеленого, ой, простите, синего, желтого и коричневого. И я немножечко пущу тонировку на вот эти. Я, кстати, этого не делала на тех пряниках, которые делала для примера, но решила вам показать все-таки такую тоже тонировочку. Сейчас покажу, как это играет. Если, смотрите, вот я наложила, сейчас покажу, что я делаю. Некоторые вещи делаю на автомате и не комментирую. Так, вот я наложила краситель, и он получился немножко густоватая такая, да, тень. Я беру чуть-чуть, намочила кисточку, промокнула и растягиваю, видите? Промокнула и растянула. Вот таким вот образом. Ну, как вот с косметикой, да? Растяжку надо сделать, чтобы получилось хорошо. Вот, в принципе, зеленые листики темным тонировать не имеет смысла. Мы возьмем лучше белый краситель. Лучше белый. И белым сделаем такие прожилочки, как бы немножко. Вот я этой же кисточкой возьму белый. И пройдусь, смотрите, только не так, а вот боком как бы, да, сверху, почти не касаясь. Сейчас еще немножко разбавлю, а то она густовато не ложится. Почти не касаясь боком, прохожусь по нашим пушистикам, чтобы то, что выступает сверху, стало светлым, а то, что в глубине, оставалось темным. Появляется объем таким образом. Таким же образом я могу пройтись и по листикам. Видите, там по какой-то одной половинке. Этого достаточно. Заиграла. Заиграла. С этим я заканчиваю. Все то же самое быстренько проделываю с двумя другими пряниками. Плохо взяла, плохо достала. Немножко у меня клеилось. Так, и все то же самое. У меня уже намешаны краски, поэтому я быстренько-быстренько тонирну. Я уже не буду вам показывать, рассказывать, я просто сделаю это быстро. Не задерживать. Так, розовый. Розовый. Еще очень красиво бывает, когда
белые, если ну, или бледно-бледно-розовые цветочки, только более закрытые, чем эти, такие а-ля ранункулюсы или еще что-то в этом духе, которые вы уже ну, больше не на цветке, не на прянике высаживаете, а на гвоздике. Очень красиво, когда вы тонируете серединку бледно таким зеленым цветом, салатовым, таким красивым сейчас смотрится. А края уже к розовому уходят. Да, как бы видна последовательность вызревания этих лепестков очень красиво. Ну, здесь это не имеет смысла, мы просто розовым затонировали и все, потому что у нас не закрытые, не такое количество лепестков, они не закрытые, и смысла в этом нет. Так, последний. Последний тонирую. Видите, можно сделать это очень-очень быстро, на самом деле. Эта тонировка, она кажется, что занимает много времени, а на самом деле... Ой, вот тут я уже ошиблась. Потому что эти цветочки отсадила только-только, и они не успели схватиться, поэтому буду аккуратнее. Я, наверное, знаете даже, что сделаю я, чтобы исправить ситуацию все-таки. Поверх вложу один лепесточек, чтобы не было видно вот этого провала в прямом и в переносном смысле. Так, сейчас едва касаюсь. Я думаю, вы все поняли, что надо подождать, чтобы хорошо просохло, во избежание каких-то вот таких вот моментов. Почему нужно тонировать вот эти вот элементы объемные? Они же уже объемные, как бы я говорю, чтобы для придания объема. На самом деле, никакими они объемными не были, когда они выполнены в единственном цвете. Они уже кажутся более плоскими, визуально воспринимаются как более плоские, даже если они реально объемные очень даже. Собственно говоря, все, осталось только последнее, что мы сделаем, это золото. Самый последний пункт, и мы готовы. Это пустая баночка, я в ней буду разводить кандурин. Ой, это желтый я достала. Ёлки-палки, сейчас. Хорошо, что не это самое, не размешала. Вот золотой у меня кандурин. Мне удобно размешивать золото не кисточкой, потому что ее потом очень тяжело вымыть, а вот такими вот палочками для... Палочками для мороженого, я делаю эскимошки всякие там, и у меня всегда эти палочки в наличии. Они там стоят, что там очень мало, в общем, дешевые. Ну или палочками для кофе, вот этими мешалочками можно. Это я взяла водку. Взяла водку и добавляю ее к кандурину в очень-очень маленьком количестве. Налила в крышечку и размешиваю. Размешиваю. Сейчас одну секунду я руку. У меня кандурин попал на пряник. Что тороплюсь уже. Но тут даже интересно получилось. Так, теперь я возьму тонкую кисточку, вот такую вот совсем тонкую кисточку, как вот я вам показывала до этого. Черный краситель остался. Почему? Непонятно. Вот. И
густой должен быть, густой золотой краситель должен быть, потому что иначе он у вас не ляжет, он будет растекаться, и под ним будет разъедаться глазурь очень сильно. Будет некрасиво. Ну, так вот аккуратно, тонкой кисточкой красим. Вот такой вот блеск получается именно благодаря тому, что очень густо замешан кандурин. Если я его замешаю более жидко, то ничего такого не получится. Даже если сразу блестит, то потом разъедается глазурь и становится такая рыхлая, и блеск исчезает. Осталось вот эти вот точечки. Можно, кстати, было бы на самом деле даже в белом цвете оставить и надписи все, вообще не использовать золото, и тоже было бы хорошо, даже без золота. Но я решила использовать все-таки золото, добавить немножко блеска. Красим циферки. Была еще мысль побрызгать золотом пряники, а потом я от нее отказалась, потому что тогда воздушность исчезнет в этих пряниках, потому что будет перегруз элементами. Больше воздуха. Это не пустое место, это воздух, который дает возможность рассмотреть все детали. И последнее, что нам осталось, посмотрите, как блестит. Последнее, что нам осталось, это колечко. Последнее колечко. И все. Как я и говорила, сейчас вот это зеленое пятно закрасится, потому что кандурин, античное золото, очень плотный, очень. Он закрашивает абсолютно все, что угодно. Так же, как и античное серебро, собственно говоря. К слову, в свадьбах не только золото используют, серебро тоже. Потому что, ну, зависит же от свадьбы. Может быть, у них кольца могут быть и как серебряные, так и белое золото. И во всем оформлении, начиная от свадебного платья, колец там, и так далее, оформление флористического оформление зала, точно так же, как и пряники, присутствует не золотой цвет, а серебряный, и это бывает тоже не так часто, как золото, но бывает. Все, друзья мои, мы с вами практически свободны, потому что мы с вами выполнили фантастическую работу из трех пряников, которые прекрасно сочетаются друг с другом. И вот таким вот образом я выключу дегидратор, чтобы он не шумел. Посмотрите, если их сложить вот таким вот образом,
как на Пинтересте, да, часто складывают. Ой, у меня цветочек отходил. Это у меня очень-очень большая влажность, и у меня начало пряники супер мягкие. И от пряника отошел цветочек. Зачем я этой стороной поворачиваю? Я же не той стороной поворачиваю. Ну, в общем. Смотрите, да? Знакомые картинки. Когда лежат одинаковые пряники, если бы сейчас поближе еще сделать, масштабировать это все. Вот, еще под углом сфотографировать вот так. Получится прям то, что нужно. Прям знакомые, признакомые картинки. Все, друзья, я сейчас включу комментарии. Одну секунду. Переключу камеру. Вот, поближе вам покажу сначала. Вот так. Вот. И вернусь на себя. И я готова отвечать на все ваши вопросы, которые у вас накопились за время этого длинного эфира. Так. Посмотрим. Отлично. Спасибо. Какие у вас есть вопросы? Пишите, с удовольствием сейчас отвечу на них. И вам спасибо за внимание. Он очень длинный у меня получился, конечно, но я очень рада, что вы были со мной. Всем передаю привет, кто будет смотреть в записи. Надеюсь, что вам будет интересно это посмотреть. Надеюсь, что вы будете применять эти знания в дальнейшем. Здравствуйте! Спасибо большое! Здравствуйте! Очень красиво читаю. Спасибо большое, мне очень приятно. Появились ли какие-то вопросы, пока вот вы смотрели? Изомальт при влажности не липнет. Изомальт при влажности липнет еще как, и мутнеет, и так далее. Поэтому... Нет, не в... сейчас отвечу. При влажности липнет, и мутнеет, и течет, и с ним все что угодно может произойти. Но... Если вы при температуре 40 или чуть выше градусов пряник успеете упаковать в пакетик, то есть будете его держать в дегидраторе или в духовке, где вы сушите обычно пряники, и потом сразу упакуете в пакетик, то не будет ничего ни прянику, поверьте, ничего ему не будет при 40 градусах, ни никакого конденсата там не случится, не переживайте за это. И то же самое с изомальтом, ничего не случится, он останется сухим и так далее. Единственное, что, как вы видели, он в пакетике вытянул за 2 недели из пряника всю влагу какую-то комок. Не всю, на самом деле, там еще осталось, он мягкий. И он не липнет, не течет, ничего, но стал вот такой мраморный, что, в принципе, тоже очень-очень круто. Глюкозный сироп используют на пряниках для того, чтобы получить блеск поверх глазури обычно. То есть не самостоятельно, не для того, чтобы получилось прозрачный вот такой вот фон прям, да, вот как здесь, прозрачный. Чтобы вот такое получить, то это только карамель. Вы, конечно, можете использовать готовую карамель, не готовую, а самостоятельно сделанную карамель, не изомальт, да, не готовый. Пряник с изомальтом точно так же, как и любой другой пряник. Мое тесто может храниться до полугода в нормальном состоянии. Оно медовое, оно имбирное, там много природных консервантов, и поэтому пряники полгода могут совершенно спокойно храниться. И поэтому изомальту вообще ничего не делается. Он очень-очень долго может храниться, и у него очень большой срок годности. Вот, поэтому пряник с изомальтом хранится столько, сколько хранится любой другой пряник. То есть разницы никакой нет. Так, я там сейчас, подождите. Пропустила немного кондурин в сухом виде, мажете. Кондурин не в сухом, добавляю небольшое количество, вот, можно спирта, но я водкой пользуюсь, как-то привычнее. И купить проще. Очень небольшой, буквально там капельку водки перемешиваю. Сейчас где-то у меня тут баночка была, я вам покажу. Вот она.
баночка для размера, а уже засох и уже не видно. Ну, в общем, там тут уже подсох. Там вот, где сильно блестит, это оно, там была капля водки и размешанная. Очень густой, очень должен быть густой консистенции, чтобы получилось вот так вот блестело. Я уже говорила несколько раз, когда это делала, что если вы сделаете более жидкое, то у вас может сначала прекрасно блестеть, а потом начнет под воздействием влаги водки вот этой проседать глазурь, становиться такой вот пористой, как губка, и она перестанет блестеть. Вот, по той же причине мы промакиваем кисточку, когда тонируем, когда красим пряники там, и так далее. Обязательно ее нужно промакивать, потому что иначе влага будет вам портить поверхность глазури, и у вас она не перестанет блестеть. Вот. А, с дебютом спасибо большое. Дуже круто вышло. Спасибо большое. Спасибо, красота. Спасибо, спасибо. Вирізайте пряники, різної форми чим, щоб край був рівний. Вирізайте пряники різної форми чим, щоб край був рівний. Хороший вопрос. Пряники форми вот такой. И формы вот такой, да, ну, которая с датой, я вырезала вручную. Для этого я делала себе заранее шаблоны из бумаги. И приложила к холодному, то есть тесто должно быть очень холодным, когда вы только достали из холодильника, сразу размяли, раскатали, оно тогда имеет плотность достаточную для того, чтобы можно было ножом, скальпелем, у меня скальпелем вырезать. Мне скальпелем удобно, хотя раньше мне его не было, я раньше вырезала чем-то мастихином, кажется, да, мастихином. Что касается вот этого пряника, то я его вырезала немножко по-другому. У меня был маленький шаблончик с цветочком, вот этим вот кусочком маленьким. И я взяла две формочки, сейчас не могу показать их, они в другой комнате. Взяла две формочки, у меня есть вот эти, знаете, такие есть наборы, где от самого маленького сердечка до самого большого, то самое большое. А это через один формочка. Вот, вырезала этим, а потом приложила вот этот вот шаблончик и еще вырезала дополнительно вот эти два элемента, приложила, а они уж в духовке склеились между собой. С обратной стороны пряника можно увидеть эти линии, но они очень незначительные, потому что пряник склеивается. У меня растущие пряники, медовое тесто. Европейский стиль. Спасибо огромное, спасибо. Цена одного пряника такого... Да, я вначале, кстати, спрашивали у меня, и такой пряник один у меня стоит, ну, по зависимости от того, какая там размер, сложность и так далее, это где-то в районе 90 гривен, $3, грубо говоря. Удобно ли есть пряники с зазамальтом? Вы понимаете, дело в том, что, в принципе, по большому счету, неудобно есть пряники и с цветами, и неудобно есть пряники с объемными... там, людьми нарисованными или персонажами, когда они красивые, объемные. Здесь вопрос, задача такая, сделать красиво сам пряник под глазурью или кроме изомальта. Он очень мягкий, вкусный, ароматный. Если кому-то реально очень сильно хочется съесть этот пряник, то пожалуйста, можно съесть то, что без глазури, ну, как бы объесть, как это делают некоторые люди. Детям ничего не мешает, они спокойно съедают абсолютно все. По поводу изомальта, ну он как карамелька, он сосется. И вы можете объесть вокруг этого изомальта, а потом рассосать карамельку или не есть ее вообще. Здесь задача стоит сделать красивый кэнди-бар. Оно все съедобное, оно все не сломает вам зубы как бы нормально. И тут больше задача стоит сделать красиво, чем сделать супер мягко там, да, или как-то еще кусабельно, или еще что-то такое. Я думаю, многие со мной согласятся. Так, есть очень красивые и классные. Спасибо большое, спасибо. Есть ли еще вопросы? Не вижу пока больше вопросов. Так, это больше декор, чем еда. Совершенно с вами согласна. Это больше декор, чем еда. Точно так же, как и топперы на торте. Это больше декор, чем еда. Хотя я... Знаете, обычно отдаю пряники куда-то, и я даже не знаю, какая их там дальнейшая судьба. Мне говорят, классные, спасибо, такие вкусные, супер, там, огромное спасибо.
А потом, ну, я не присутствую в этом. А недавно моя подруга меня пригласила на детский день рождения. Спасибо большое, просто неимоверно, Гарни, огромное спасибо. На детский день рождения попросила сделать пряники там и на торт, и детям раздать. И я первый раз в жизни, вот серьезно, я первый раз в жизни увидела реакцию детей на пряники. В течение 10 секунд этих пряников просто не было. И я сама не люблю пряники с глазурью есть. Они мне нравятся без глазури. Или с тонким слоем глазури совсем, прокрашенные такие. Вот. А дети съели за 10 секунд, просто смели и потом дрались за топеры. Несмотря на то, что они были там объемные, какие-то там детали были с глазурью, это все было съедено просто в миг, и все было хорошо. Поэтому я спокойна, что это все нормально съедается тем, кто это, ну, кому это нравится. Да, я сейчас сохраню эфир, сначала себе сохраню на всякий случай, потом сохраню в HGTV, и, конечно, все будет хорошо, я думаю. Я думаю, что проблем не будет. Вот. Ну, вопрос был по поводу того, что можно ли посмотреть запись эфира. Вот. Если еще есть вопросы, пишите быстренько, потому что я хочу завершить этот эфир и быстро сохранить, пока он еще сохраняется. Вот. Еще раз повторю, что я буду очень рада и благодарна вам, если вы придете на мой канал YouTube, ссылку которого вы можете найти у меня на странице моей, на моей странице sweetsecrets.ua. В шапке профиля там всегда последнее загруженное видео. На сегодняшний день там последнее загруженное видео — это мое тесто пряничное, которым я пользуюсь ежедневно, со всеми подробностями, со всеми граммовками. Там же можно найти глазурь и все, что вам нужно знать о работе с глазурью. И много чего еще. Ну, не настолько много, но я стараюсь и выкладываю, постепенно выкладываю уроки, насколько это мне удается в моем плотном графике. Вот. Спасибо огромное за внимание. Спасибо за очень интересные и правильные вопросы. Мне было очень приятно показать вам кусочек того, чем я занимаюсь. Вот. И буду рада видеть вас где бы то ни было, у себя на странице, у себя на канале. Вот. Пишите, задавайте вопросы. Пряники после выпечки ставлю под пресс. Да, обязательно. Любые. Кроме тех, которые с начинкой. Вот. В обязательном порядке. Ну что, друзья, если у вас... Як позволяет кондурин для аэрографа? Чи можно водой разбавлять? Разбавляете, наверное. Как разбавляю? Нет, водой нельзя разбавлять. Водой кондурин не разбавляется совершенно от слова совсем. Водкой или спиртом точно так же. Что для аэрографа, что для того, чтобы покрасить? Единственное, что для аэрографа надо гораздо более жидкую консистенцию. Иначе у вас забьется аэрограф, и ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и потом его от кондурина тяжело мыть, но это другая история. Дякую, спасибо вам большое. И вам спасибо. Очень рада вам. Друзья мои, ну что ж, если у вас еще возникнут вопросы, пишите мне непосредственно. Можете писать мне в течение там какого-то количества там времени неограниченного. Можете писать мне в директ, в мой аккаунт. Я отвечу вам на вопросы. Я не жадна. С удовольствием отвечу. Так что пишите или комментарии под этим видео. Надеюсь, все будет хорошо. Оно сохранится. Я вам отвечу обязательно. С удовольствием. И вам спасибо. Всем спасибо. Всем рада. И до новых встреч. Еще, думаю, с вами увидимся не раз. Всего доброго. До свидания. Сейчас буду сохранять.